Здравствуйте, а подскажите, мы в ту сторону поедем-то в итоге? Да. По маршруту 63 мы поедем? А мы по какому? Ну, хотелось бы до планеты доехать. А мы сейчас на Ленина едем в сторону Академгородка. Я в гараж поехал. Я сейчас вас высажу, и он рассчитает. Почему мы едем в гараж вместо того, чтобы ехать по маршруту? Потому что я сплю за рулем. Дверь закрой! Точно, пусть останавливается. Вы себя хорошо чувствуете? Спать хочу. А почему вы перед работой свое состояние здоровья не выяснили? Выяснил. Вас как зовут? Игорь. Блять.